Найти свое призвание, стать профессионалом и трудоустроиться. В Самаре наградили победителей национального чемпионата «Обилимпикс» по дополнительным компетенциям. В рамках чемпионата ежегодно проводят конкурсы по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. «Обилимпикс» стал важной частью инклюзивного образования. Самарская область – активный участник движения с 2016 года. Если участникам первого регионального чемпионата было всего 8 колледжей и по 12 компетенциям, то сегодня Самарская область принимает участие по 40 компетенциям. Мы постоянно развиваемся. Да, на базе Центра профессионального образования создан региональный центр, координационный центр, который аккумулирует работу всех профессиональных образовательных организаций. Для компетенции достаточно у нас развиваются динамично разные. Да, у нас с вами есть и связанные с сервисными технологиями, да, и с промышленными технологиями. Поэтому компетенции спектр представлен практически по всем отраслям экономики региона. Самарскую область представили 73 конкурсанта в трех категориях – школьники, студенты и специалисты. 25 человек завоевали медали национального чемпионата – 10 в основных компетенциях и 15 в дополнительных. Среди победителей Сергей Кабанов – студент Поволжского государственного колледжа. Мы, получается, писали программу на деталь, чертеж. Потом настраивали станок и уже делал деталь по этой программе. У нас, получается, дается 4 часа, 10 минут, то есть 10 минут на ознакомление чертежа, час работы за мастеркамом и 3 часа работы со станком. Я уложился в 3 часа. В этом году «Обилимпикс» проходил в двух форматах – в очно-дистанционном, на специально организованных площадках по месту проживания участников, и в очном формате в Москве. Как отмечают организаторы, ежегодно в чемпионате участвует более 300 человек, и интерес к профессиональным соревнованиям только растет. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.